Друзья мои, всем большой привет! Я надеюсь, что у вас все хорошо, и спасибо, что вы заглянули в это видео, потому что сегодня я хочу вам показать свои пустые баночки. Надеюсь, что вам будет интересен такой формат. На пустые баночки не очень много людей любят смотреть, но, во-первых, у меня их сегодня не так много. Во-вторых, это были одни из крутых средств, которые я сегодня вам покажу. Поэтому, если вы заинтересовались, то обязательно остаемся на связи и поехали! Начнем с уходовой косметики, и если вы смотрели мое видео «Фавориты за последнее время», которое я снимала, может быть, месяца, может быть, и два назад, то там я заикалась об одном бренде, который называется Ренгана. Это австрийский бренд, это натуральная косметика. В своих средствах они не используют никаких вредных ингредиентов, они без консервантов, срок годности у них только 10 недель, когда вы их откроете, и, в общем, все в таком духе. Я пользовалась этими средствами на протяжении 5-6 недель. Не могу сказать, что мне все отлично подошло, но кое-что все-таки могу вам показать и посоветовать. Вот здесь вот у меня много, в общем, баночек. Давайте быстренько вот прям проскачем галопом по Европам. Здесь у меня два клинзера. Это что-то типа молочка для снятия макияжа, даже водостойкого. Очень классный, очень нежно и мягко снимает с вашей кожи какие-то остатки макияжа. Я всегда делаю двухфазное очищение своей кожи. Это вначале гидрофильное масло или масло-щербет, а затем еще остатки снимаю либо каким-то молочком, плюс еще умываю лицо от остатков всего вот этого на своем лице. Клинзер очень классный, как я уже сказала, мягкий, практически не щипит глаза. Например, если у меня был какой-то супер яркий макияж типа такого, да, и мне нужно пробраться между каждой ресничкой, чтобы не оставалось никаких остатков, то, конечно же, это средство и попадает немного в глаза, когда я их протираю. И как вы можете заметить, я заказала вторую баночку, которая у меня аналогично закончилась. Сейчас решила попробовать кое-что другое, побюджетнее. Если понравится, обязательно вам скажу. Далее это крем для увлажнения лица. У них есть три крема. Один специально для жирной кожи, затем для комбинированной и еще один крем для сухой кожи. У меня здесь для комбинированной. Очень классно увлажняет. Опять же, кожа после него становится мягкой, придается сияние коже и вообще, по сути, хороший крем, который работает, друзья. Я уже, если честно, не ожидаю ни от какой косметики чуда чудесного, которая изменит кожу мою на 180 градусов, и она сразу станет самой лучшей в этом мире. Но, тем не менее, если, может быть, вы в поисках какого-то хорошего увлажняющего крема, если у вас чувствительная, раздражительная кожа, которая нуждается в увлажнении, в успокоении, то, я думаю, эта линейка вам понравится. У меня еще также была сыворотка от Ренгана против морщинок, тоже очень классная. Увлажняет, знаете, средство действительно как будто бы разглаживает вашу кожу, она становится более эластичной, более упругой, очень такой хороший по состоянию, по ощущению. Плюс также я использовала вот такую вот сыворотку, наверное, я бы ее так назвала. Это сыворотка At Repair, которую вы добавляете к сыворотке, например, к той, которую вы используете. По сути, вот эти капельки не разрешается использовать просто голыми на одно лицо, их надо добавлять в какую-либо сыворотку, потому что, по сути, они достаточно ядерные и могут пересушить лицо. Поэтому я их смешивала. Также неплохой эффект, прыщички подсыхали, но поскольку у меня постоянный вот этот вот процесс, одни подсыхают, сходят, и через некоторое время появляются другие, то как бы я такого прям супер эффекта не могла заметить. У меня это повторяющийся процесс, и пока я залечиваю одно место, на другом месте вылезает что-то другое. Но скажу так, если вы не страдаете высыпаниями, опять же повторюсь, если у вас иногда бывают там какие-то парочку высыпаний в определенные дни, или же вас продуло и у вас вылез какой-то простудный прыщ болючий, или может быть очень много причин для этого, то есть если они у вас не на постоянной основе, то эти средства очень хорошо с этим справляются, то есть вы очень хорошо можете заживить ваши прыщички и также залечить ранки, и кожа у вас быстро восстановится. Что ж, теперь мы движемся уже дальше, а именно к средству для снятия макияжа.
Если я вам покажу сейчас эту баночку, мои любимые зрители, которые давно смотрят мои видео, наверняка уже узнают ее. Это гидрофильное масло от Элизабет Арден. У нас уже вечер, поэтому язык начинает заплетаться. Оно с керамидами, невероятно классно очищает лицо, очень приятное по ощущению. Это первый шаг в снятии моего макияжа, когда я умываюсь и готовлюсь ко сну. Замечательно растворяет макияж, SPF, очень приятно пахнет, то есть когда вы наносите на лицо его, у вас просто невероятное ощущение, вот просто приятно снимать макияж таким средством. После этого средства еще я использую какую-нибудь пенку для умывания, смотря что у меня имеется под рукой, потому что гидрофильное масло или масло-щербет нужно всегда еще раз смывать каким-нибудь средством, чтобы оно полностью не оставалось на нашем лице. Очень-очень люблю это масло, всем советую, пользуюсь им уже на протяжении нескольких лет. Сейчас у нас пойдут фаворитики, а именно я вам покажу сухой шампунь, который я вам уже, не знаю, рекламировала уже миллион раз, очень часто его вам советовала, рекомендовала, как в сторис Инстаграм, так и здесь на YouTube. Очень классный, его постоянно покупаю, пользуюсь им на постоянной основе. Посмотрите, как баночка даже очень классно подходит к макияжу моих глаз. Прям просто, как будто бы договорились. И это шампунь Батист, который называется Heavenly Volume. То есть у них еще есть разные подразделения, какие-то там классно пахнут, какие-то для одного случая, другие для другого. Heavenly Volume — это именно та линейка, которая придает вам очень классный объем. Мне кажется, у них сейчас даже произошел ребренд упаковки, и выглядит он немножечко иначе. Подождите, я даже, наверное, поищу для вас. Да, мои дорогие друзья, вот так сейчас выглядит обновленная упаковка этого шампуня. Heavenly Volume вот написано вот здесь. Улучшенная формула здесь еще подписана, поэтому вот ищите примерно вот такие вот бутыльки в магазинах. Он у нас продается в Rossmann. Помню, в DM я его найти не могла. По каким-то причинам именно вот эту линейку там не продавали. Но загляните, может быть, сейчас он доступен и в DM. Очень классный, как я уже сказала, придает замечательный объем. Волосы становятся более такими структурными, держат форму. Да, они, конечно, выглядят чуть свежее, если, например, у вас на второй, на третий день начинают жирниться корни. Следующее средство, которое у меня закончилось, на которое я себе по новой купила, это автозагар. Автозагаром я пользоваться люблю. Сейчас, в холодный период времени года, я его использую, знаете, вот так просто на руках, вот здесь декольте, немножечко спины верхней, да, если я вдруг надеваю какие-то, ну, топы, которые здесь открывают плечи, ну и плюс лицо. То есть ноги, бедра, я вообще ничто не трогаю. Мне кажется, это очень классно. На загорелой коже даже одежда смотрится на вас по-другому, макияж смотрится по-другому, и вообще в целом выглядит и вы как-то здоровее. Ну или лично я так вижу себя. А с бледной кожей все как-то более хмуро, более скучно. Кажется, как будто иногда уж прям приболел, хотя на самом деле ты просто бледная поганка. Поэтому это мой любимчик. Это Lovington 2 часа экспресс. Это тот автозагар, который можно наносить всего лишь на 2 часа, друзья, и вам этого хватает. Вы походите с ним 2 часа, затем его смываете, и вы уже шоколадочка. Еще я должна отметить момент, что он проявляется еще в течение последующих нескольких часов, даже после того, как вы его смыли. То есть, если вы использовали его, скажем, утром после душа, да, то может быть, что к вечеру вы будете выглядеть даже еще немножечко загорелее. В общем, очень классная штука, тоже всем всегда советую, уже посоветовала всем своим подружкам, потому что у меня девчонки постоянно спрашивают, что за автозагар я использую. Следующее средство, которое у меня закончилось, это гель для бровей от Benefit, который называется 24 часа Brow Set. Это прозрачный гель. Нужно мне что-то о нем говорить? Я думаю, не нужно. Просто скажу пару слов, потому что я постоянно о нем вам рассказываю, мне иногда уже просто палевно вам что-то о нем говорить, потому что это постоянный продукт, который я использую всегда, абсолютно всегда. У меня жесткие длинные брови, и они нуждаются в очень хорошей такой грамотной укладке, и именно этот гель справляется с моими брежневскими бровями. Больше таких классных гелей я не встречала, друзья.
Да, мы так плавненько перешли к декоративной косметике. Я хочу вам сейчас показать праймер под тональную основу, который у меня закончился, которым я пользовалась 1,5 года, наверное, точно. Я очень хорошо помню то видео, в котором я вам показала его впервые и вместе с вами его протестировала на своей коже. Это Marc Jacobs с добавлением кокосового экстракта. Он невероятно классно ложится на кожу, он делает кожу невероятно мягкой, подготавливает отлично кожу к последующим нанесениям тональной основы. Он слегка сглаживает текстуру вашей кожи, при этом не забивает поры, что мне нравится. И поверх этой базы тональная основа ложится, знаете, как по маслу. Очень-очень классно, хорошо, особенно если у вас сухая кожа. У меня комбинированная, поэтому для меня тоже подошел, также для остальных девочек, кто в команде с комбинированной кожей, тоже классно, но вот особенно для сухой, если вы страдаете какими-то шелушениями, сухостями и так далее, то это тоже отличная штука, друзья. Я вообще думала заказать его повторно, он опять же не из бюджетных средств, но поскольку я блогер, который любит тестировать новые средства и, конечно же, потом рассказывать свои впечатления, я заказала теперь другой праймер, новый праймер для себя, примерно из одинаковой ценовой категории, как и этот. Посмотрим, что он из себя представляет, но Marc Jacobs — это просто красота. И, мои дорогие друзья, у нас сейчас остались две тональные основы, которые у меня закончились. Представляете? Я никогда бы не подумала, что я добью некоторые тональные основы, потому что у меня их много, что уж там говорить. Но, тем не менее, это одни из любимых. Давайте мы, наверное, начнем с Estee Lauder Double Wear. Я думаю, вы ее знаете. Это, по-моему, уже такая классическая тональная основа для тех, кто хочет хорошенечко перекрыть какие-то неровности, какие-то недостатки на лице, кто, может быть, страдает постакне, акне, плюс кто страдает комбинированной жирной кожей, этим жирным блеском, который очень быстро проявляется. Это тональная основа именно для вас, друзья. Я очень хорошо помню свою первую реакцию, когда я ее нанесла. Я начала ее наносить кистью и такая: вау! Это был просто вау-эффект лично для меня, потому что она невероятно классно ложилась, она не впадала в поры, в какие-то морщинки, и она перекрывала на все 100%. Плюс она очень хорошо и долго держится на лице, особенно если вы вспотели или если вы носите маску, сейчас это уже более актуальная тема, по-моему. Если вы весь день ходите накрашенной, то под конец дня, конечно же, на каких-то частях, как и вся любая тональная основа, начинает куда-то съедаться, куда-то сбегать. Но в целом вот все ваше лицо, картинка полностью, знаете, не портится. Она плотная, будем говорить на чистоту, но опять же, если вы нуждаетесь в этом плотном покрытии, то, ну или же, конечно же, на какой-то вечер. Если вы знаете, что вам нужно выглядеть безупречно, чтобы тональная основа продержалась долго, никуда не съехала, чтобы вы не покрылись блеском жирненьким, то, блин, вот. Вторая и последняя тональная основа у меня будет от Beauty Blender, которая называется Bounce. И я здесь, друзья, немножечко мухлюю, потому что я вам показываю не тот бутылек, который у меня закончился, но я просто хотела вам продемонстрировать именно сам бутылек, как он выглядит, потому что это у меня другой оттенок, а тот оттенок, который у меня закончился, я его уже, к сожалению, выбросила. Я вам в стори показывала, я могу где-нибудь здесь вставить эти отрывочки, что я попросила Сашу открыть бутылек, потому что я думала, что у меня сломалась помпа. То есть я нажимала на эту помпу, и отсюда ничего не выходило. Я думаю, как так? Не может быть. Но когда Саша открыл, да, он, лучше сказать, сломил шейку бутылька, но когда я туда заглянула, я поняла, что я добила эту тональную основу. И об этой тональной основе я вам уже рассказывала. Я даже как-то снимала видео 5 лучших тональных основ, по-моему, и в том числе рассказывала вам и про эту. Если вы хотите плотное покрытие, если вы хотите матовое покрытие, но, знаете, не такое матовое, что ваши все какие-то шелушения или, может быть, сухости, если у вас сухая кожа, подчеркиваются. Если вы
хотите, чтобы она долго продержалась, то это тональная основа, опять же, для вас. Она невероятно эластичная, очень классно ложится на кожу, не забивает поры и смотрится достаточно естественно, если не переборщить. Конечно же, она тоже плотная, она видна на лице, это естественно. Но, знаете, она не выглядит все равно какой-то супер-супер странной маской. Плюс ей легче работать, чем с Estée Lauder немножечко, потому что Estée Lauder, поскольку она очень долго держится и никуда не стекает, то она и быстро застывает на лице. С ней нужно достаточно быстро работать и растушевывать на лице. Вот с этой тональной основой у вас есть немного больше времени. И самое классное — растушевывать ее именно бьюти-блендером. Я думаю, они специально разработали такую формулу этой тональной основы, чтобы наносить ее именно их бьюти-блендером. Я вам сейчас покажу их бьюти-блендер. Правда, не обращайте внимания, что он у меня грязноватый. В общем, нажимая здесь у бутылька на кнопку, на помпу, вот сюда спереди вам выходит тональная основа. И, в принципе, отсюда вы можете ее набирать спонжем и наносить уже на ваше лицо. Я думаю, что это неплохая идея. Здесь не задействованы ни руки, ни пальцы в нанесении. То есть все можно сделать достаточно стерильно, чистенько. Главное, конечно же, чтобы бьюти-блендер был тоже чистый. Ну и вот это вот место лучше, конечно же, всегда хорошенечко протирать. На данный момент это вот просто два моих спасителя, потому что они невероятно классно все перекрывают и долго держатся. Ну что ж, дорогие мои друзья, я буду очень надеяться, что вам понравилось это видео, что вы не заскучали и вы нашли здесь какую-то полезную информацию. Опять же, весь список сегодняшних показанных средств будет перечислен под этим видео в инфобокс. Их ссылками, поэтому заглядывайте туда для дальнейшей информации. Новостной канал будет прекращать свое вещание. Ну нет уж. Я буду надеяться, что мы увидимся с вами уже очень-очень скоро в моих следующих видео. И всем большое спасибо за внимание. Всем пока! There's a feeling.